Всем привет, с вами Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу сделать небольшой обзорчик. Постараюсь сделать небольшой, чтобы не затягивать видео. Обзорчик цветущих орхидей на апрель месяц. Итак, начнем вот с такой орхидейки. Кстати, буду где по возможности, если знаю название, говорить название орхидейки. Вот эту орхидейку я буквально, она у меня уже давно, но название я узнала только недавно. Вот эта орхидейка называется Денвер. Вот такая нежненькая. Вот, красоточка. Такая вот гроздочка. Она доращивает. Уже вот два доращенных распустилась. Еще вот посмотрите, она доращивает. Обожаю, когда орхидейки доращивают цветоносы. Вот такая желтенькая. Честно. Сейчас не могу сказать, как называется, забыла, но я вставлю, напишу название. Забыла. Такая красота. Вот, три цветочка, доращивать не будет. Вот так мы цветем. Следующая орхидейка вот такая. Посмотрите, какой у нее цветонос. Она доращивает и изначально раскрылась, у нее, по-моему, 7 цветочков было, и вот она уже доращивает. Посмотрите, сколько она, 3 уже дорастила, и еще посмотрите, сколько их будет. Цветонос заворачивается, так как я после того, как раскрывается орхидейка, я поворачиваю ее в комнату, чтобы любоваться. Она, естественно, все равно тянется к окну. И у нас получился вот такой закрученный цветоносик. Обратите внимание, цветочки, которые распустились сейчас, намного крупнее, чем те, которые распускались в январе месяце. Смотрите. Какие маленькие эти и какие уже крупные вот эти. Все-таки, что значит нет подсветки? У меня нет дополнительной подсветки, и это все-таки играет большую роль. Посмотрите, какие они крупные. Такой крупный цветочек. Следующую орхидейку я вам покажу. Вот это. Посмотрите, какой замечательный, пышный букет у нас получился. Орхидейка цветет на 2 цветоноса. Вот такая красота. Тоже доращивать, я смотрю, не будет. Уже даже кончик пожелтел. Но ничего страшного. Орхидейка красивая. Очень красивый. Такой вот у нас полосатик. Так вот. Следующая орхидеечка у нас вот такая вот. Более крупные цветочки от предыдущей. Вот такой каскадик. Цветоносик доращивает, как видите. Такая красота. Вот эта орхидеечка называется Замора. Вот такая Замора. Там, где не говорю, где пропускаю, обратите внимание, что не сказала, значит, я не знаю название орхидейки.
Где знаю, буду говорить и подписывать. Такая вот орхидеюшка. Красотка. Так, следующую покажу вам. Вот такой бегелипчик. Он все еще цветет, но уже верхние цветочки начали засыхать. Вот так вот. Вот такая красота. Очень красивый. Цветонос, к сожалению, не доращивает. Очень бы я хотела, чтобы именно этот доращивал. Такой красивый. Просто божественный беглипчик. Вот такая красота. Вот такая вот. Название тоже не знаю. Такой букет на два цветоноса. Он уже дорастил вот здесь по два цветочка. И два сбросил, два дорастил. И так оно и осталось, что три цветочка. Вот здесь тоже доращивал. Вот те, что это только распущенные, видно. Видите, что они такие более желтенькие. Те, что давно уже выгоревшие. Такой красивый, чем-то похож на чармер, но это не чармер. Если кто знает, может быть, название, можете мне подсказать, буду благодарна. Такая вот орхидеюшка. Так, следующий покажу вам вот такой вот темненькую замечательную красоту. Смотрите, какая красота. Тоже, к сожалению, не знаю, как ее зовут. Вот она только-только раскрывается. Третий цветочек только будет раскрываться. Всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цветочков. Плюс у нас еще вот такое ответвление. То есть, когда раскроется, я так думаю, будет шикарнейший букет из цветов. Вот такая вот темненькая. Кто знает название, напишите. Так хочется узнать название. Буду очень благодарна. А даже если нет названия, все равно она очень красивая. Смотрите. Вот такая. Еще одна темненькая. Недавно я ее показывала в видео, как чувствует себя орхидейка спустя месяц. Вот я ее показывала. Название тоже не знаю. На горшочке были просто цифры. Вот такая тоже. Что-то мне в прошлом году потянуло на темненьких. И вот получается, что видите. Хотя очень люблю орхидейки с крупными цветами, но вот эти темненькие, они вот не такие крупненькие. Такая. Следующая орхидейка у нас — это сезамчик. Это сезам. Я его обожаю. Это, скажем так, король моей коллекции. Я его так давно хотела, поэтому пока он у меня остается в любимчиках. Вот, раскрылся три цветочка. Доращивать, скорее всего, будет. Вот, посмотрите, не фокусируется. Вот, скорее всего, будет, потому что кончик такой многообещающий. Видно, что зелененький, и что все возможно, что будет доращивать. Пришла эта орхидейка мне в ноябре месяце. В размере 2,5. И вот мы цветем. Апрель месяц. Вот такая красота. Следующая красавица. Вот такая вот беленькая. Вот таким каскадиком цветет. Цветочков. 7 цветочков. Уже, я так думаю, что она завершает свое цветение.
цветет с января месяца. Доращивать ничего не собирается, уже подсушила кончики. Вот такая вот белая красотка. Вот растущие корешочки. Как называется, тоже не знаю. Вот здесь у нас... Нет, не покажу. Цветонос вышел, но он замер. Не хочет продолжать расти, почему-то замер. Все возможно, что когда она цветет, я надеюсь, то цветоносик пойдет дальше, но пока он замер. Такая вот красотка. И следующая орхидейка, это у нас Magic Art, который появился в моей коллекции на 8 марта. Вот этот вот цветочек был поврежден при покупке. Много бутошков она сбросила, орхидея, но все равно букетик получился очень даже пышненький. Здесь два цветоноса плюс ответвление, и они вот все вот так вот скучковались, получился вот такой вот букет. Красота. Magic Art, красавец. Я очень рада, что он появился в моей коллекции. Итак, на этом я завершаю свое видео. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!